Я Даниэль, я умею играть на гитаре. Я вообще уникальный, пою песни с ним на концертах. Юрий Висбора, вот этот мужчина такой ледоруб. С песней «Коричневые брюки» написал Алексей Ващенко. Хочу 8-й диплом. Я очень не люблю коричневые брюки. Я очень не люблю коричневые брюки. Я очень не люблю коричневые брюки. У них лоснится зад, и девки все помрут. Начинает с акустической гитары, это школа, есть определенные законы. Затем идет электрогитара, грамота, общее развитие. Насколько современный ребенок к этому способен, зависит от ребенка. Бывают архигениальные дети и во времена Моцарта, и во времена современные.